Приветствую вас, дорогие друзья, в очередном выпуске на нашем YouTube-канале. Если вы только начинаете знакомиться с криптовалютами и DeFi, многие термины могут показаться вам немножко сложными, однако не волнуйтесь, у нас уже есть несколько видео, где я подробно рассказываю о базовых понятиях в процессе торговли криптовалютой. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с ними, чтобы лучше понять основы, прежде чем углубляться в текущую тему. А сегодня мы обсудим крутые лайфхаки по торговле токенами в экосистеме Solana. Как известно, Solana — это одна из самых быстрорастущих экосистем в криптоиндустрии, которая привлекает внимание множества трейдеров и инвесторов. Итак, давайте погрузимся в мир токенов на Solana и узнаем, как с помощью нескольких простых шагов можно значительно увеличить свои шансы на успех. Прежде чем мы начнем, хотел бы упомянуть то, что в описании я оставил список ботов для торговли щиткоинами. Вы можете просмотреть весь список и посмотреть, какой бот вам удобнее, и я уверен, что среди списка вы найдете тот самый, который вам будет по душе. Также очень важное, что я хотел бы сказать, это то, что в нашем телеграм-канале мы ежедневно публикуем свои действия в крипте и дополнительно оставляем для вас щитки, которые должны принести прибыль, которую мы берем из платных приватных каналов. На данный момент в экосистеме Solana наблюдается настоящий бум DeFi токенов. Эти токены имеют огромный потенциал роста, который часто выражается в высоких иксах, особенно на начальных этапах. Но в чем же секрет такой популярности, почему именно Solana привлекает так много внимания? И одна из главных причин заключается в том, что Solana предлагает высокую скорость транзакций при низкой стоимости. Это делает ее особенно привлекательной для тех, кто хочет торговать на DEX, то есть децентрализованных биржах, и работать с различными DeFi-приложениями. Токены на Solana могут увеличиваться в цене буквально за считанные часы, поэтому важно уметь быстро находить такие активы и принимать правильные решения, чтобы не упустить ваш шанс заработать. Первый шаг на пути к успешной торговле – это умение находить перспективные токены на ранних стадиях. Здесь важно действовать быстро, ведь чем раньше вы войдете в проект, тем больше шансов на хороший профит. В нашем приватном клубе мы активно используем несколько различных платформ и инструментов для поиска и анализа новых токенов. И хотя этот процесс требует определенных знаний и опыта, я поделюсь с вами некоторыми секретами, которые помогут вам начать зарабатывать. Для начала стоит отметить, что экосистема Solana активно развивается, и с каждым днем появляются новые токены. Чтобы быть успешным в этой среде, нужно обладать набором инструментов для поиска и анализа таких проектов. Одним из важнейших этапов является мониторинг появления новых токенов на децентрализованных биржах, а также на таких площадках, как CoinGecko и CoinMarketCap, где добавляются новые активы, которые могут потенциально взлететь. Платформы, на которых можно отслеживать появление новых токенов, позволяют быстро анализировать метрики, такие как объемы торгов, капитализация, ликвидность и динамика роста. Эти параметры могут значительно сократить ваше время на принятие решений и помочь идентифицировать перспективные проекты в самом начале их пути. Например, для сети Solana уже существует несколько специализированных платформ, отслеживающих изменения в сети в режиме реального времени. Один из инструментов, которым я часто пользуюсь, это DEX Screener. Это платформа специально разработана для поиска и анализа новых токенов на различных блокчейнах, включая Solana. С помощью DEX Screener можно находить токены на самых ранних стадиях их появления, что значительно увеличивает шансы на успешную торговлю. Как только новый токен появляется на рынке, вы можете увидеть его в списке на платформе и сразу же начать анализировать его потенциал. Теперь давайте перейдем к практике и разберем, как правильно настроить фильтры на платформе DEX Screener для поиска перспективных токенов. Первое, на что следует обратить внимание при поиске новых токенов, это их ликвидность. Ликвидность показывает, насколько активно торгуется токен и насколько легко можно купить или продать его по текущей цене. Я рекомендую установить минимальный порог ликвидности на уровне $1000 для токенов в сети Solana. Это поможет вам отсечь токены с низкой ликвидностью, которые могут оказаться недостаточно перспективными или даже скамовыми. Следующий важный параметр – это возраст токена. Чем моложе токен, тем выше шансы войти в него на самом начале и получить максимальный рост. Я рекомендую выбирать токены, которые появились на рынке в течение последнего часа. Это даст вам возможность быть среди первых, кто начнет торговать новым токеном, что увеличивает ваши шансы на успех. Еще один полезный фильтр – это прирост цены токена за последние 24 часа. Я обычно выбираю токены, которые показали прирост более чем на 500% в первые часы после выхода. Это показатель того, что токен может иметь потенциал для дальнейшего роста. Однако не забывайте, что высокая волатильность также несет за собой риски, поэтому важно тщательно анализировать каждый проект перед тем, как инвестировать в него. Для примера давайте разберем, как можно использовать
проверять эти фильтры на практике. Представьте, что вы нашли новый токен на платформе DEX Screen с помощью фильтров, о которых я рассказывал выше. И первое, что вам нужно будет сделать, это открыть график токена, внимательно посмотреть на его ликвидность и волатильность. Для этого лучше всего использовать минутные или даже секундные таймфреймы, чтобы видеть самые точные изменения цены. Помимо DEX Screen, я также рекомендую использовать платформу DEX Tool, которая позволяет отслеживать движение цен на токены в реальном времени и проводить более детальный анализ. С помощью DEX Tool вы можете получить доступ к графикам и данным по различным токенам и использовать их для принятия решений о покупке или продаже. Это особенно полезно, если вы работаете с токенами на ранних стадиях и хотите быть уверены в их перспективе. Когда вы работаете с новыми токенами, важно действовать быстро. Одна из самых эффективных стратегий для быстрого входа и выхода из сделок – это использование снайпер-ботов. Снайпер-боты позволяют вам покупать и продавать токены за доли секунды, что особенно важно в условиях высокой волатильности. Такие боты позволяют вам минимизировать риски и максимизировать прибыль, так как они позволяют действовать оперативно и не упускать выгодные возможности. И одной из самых больших проблем в мире DeFi является огромное количество скам-проектов, которые могут принести огромные убытки. Чтобы избежать таких ситуаций, важно тщательно анализировать смарт-контракты токенов, которые вы собираете инвестировать. Для этого я рекомендую использовать сервис AirBot, который позволяет быстро проверять смарт-контракты и выявлять потенциальные угрозы. На что же обращать внимание при анализе смарт-контрактов? Первое, что следует проверить, это распределение токенов между держателями. Если большая часть токенов находится в руках одного или нескольких крупных держателей, это может быть сигналом о том, что проект ненадежен и что эти крупные держатели могут манипулировать ценой токена. Также важно проверить, есть ли у проекта функция Mint, которая позволяет выпускать новые токены. Если функция Mint активирована, это значит, что разработчики могут создавать новые токены в любое время, что может привести к инфляции и обесцениванию вашего вложения. Еще один важный момент при анализе токенов – это проверка активности проекта в социальных сетях. Наличие активного телеграм-канала, твиттер-аккаунта и собственного веб-сайта – это хороший знак того, что проект развивается и поддерживает связь с сообществом. Однако важно не только наличие этих каналов, но и их активность. Если проект регулярно публикует обновления и взаимодействует с пользователями, это может говорить о его серьезных намерениях. Помимо анализа смарт-контрактов и социальных сетей, существуют и другие способы избежать скама в мире DeFi. Один из них – это использование специальных платформ, которые занимаются проверкой новых проектов и заставляют отчеты об их надежности. Некоторые из таких платформ даже предоставляют рейтинги и обзоры новых токенов, что может значительно упростить вашу работу. И в завершение я хочу также сказать, что успех в торговле токенами на Solana во многом зависит от вашего умения быстро находить новые проекты и проводить их анализ. Использование правильных инструментов, таких как DEX Screener и DEX Tool, а также грамотный подход к анализу смарт-контрактов поможет вам минимизировать риски и повысить шансы на успех. Хотел бы также напомнить, что в описании видео мы составили полный список ботов для торговли щитками. Рекомендую ознакомиться с этим списком и выбрать тот бот, который вам покажется наиболее удобным и подходящим под ваши нужды. Уверен, что вы сможете найти тот, который станет вашим помощником в трейдинге. Также хочу обратить ваше внимание на то, что в нашем телеграм-канале мы ежедневно делимся своими действиями в крипте, а также публикуем подборки перспективных щитков, которые, по нашему мнению, могут принести хорошую прибыль. Эти токены мы получаем из платных приватных каналов и делимся ими с вами, чтобы вы также могли воспользоваться данной информацией. Если вам понравился данный видеоролик, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Также рекомендую заглянуть в наш телеграм-канал, где мы делимся актуальными новостями и эксклюзивными материалами по теме DeFi и торговли криптовалютами. Спасибо за внимание и до скорых встреч!